мой знакомый друг. Я ему напишу: «Здравствуй, Валик Джан». А он скажет: «Вау! Как мне нашел? Откуда?» Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Меня в Орджоникидзе ждут. Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.